Состоялось очередное заседание Совета по этике. Перед Советом предстали ряд чиновников за грубое поведение и халатное отношение к работе. Так, руководитель областного департамента по защите и развитию конкуренции Ерсин Урумбаев, несмотря на то, что СПК «Байконур» дважды нарушил предпринимательский кодекс РК, вынес лишь предупреждение, хотя за повторное нарушение следовало принять меры, а руководитель городского управления ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Чинспек Файзулаев позволил себе несоблюдение законодательства о госзакупках. В отношении этих двух чиновников советом рекомендовано вынести им предупреждение о неполном соответствии занимаемой должности. Были рассмотрены дела в отношении руководителя Департамента защиты и развития конкуренции и руководителя городского управления ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В отношении них предложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности. Руководитель управления санэпидконтроля Чилийского района Гульзада Итикеева за непозволительную грубость во время приема граждан предложено вынести предупреждение.